Пока дешевели рыба, молоко, мука, пельмени, гречка, мед, пшено и чай, ценник на колбасу, яйца, детские смеси, соки, сахар и кофе резко повысился. Подорожали и канцтовары, и одежда, и моторное топливо. Заметили ли это соликамцы? Хлеб, думаю, молоко. Раньше дешевле стоило все. Ты как думаешь? Я думаю, повысилось. Цены на маникюр, там реснички, туда-сюда. Между прочим, еще всякие для ванны, там чистящие средства, они тоже стали дорогие. Недавно вот заходила. В магазин, когда заходите, на какие товары? Еда. Что именно? Разное, всегда. Пельмени. На хлеб разная цена. В каком-то магазине 21 рубль, а в кого-то 32 рубля. Это как? В два раза. Рыба вот ходила я на верхней больничной. Рыба в одном магазине 192 рубля, а в киоске 279. Такая же скумбрия с головой, свежемороженое. Как? Заказываю все. Предпочитаю заказывать. На сайтах увидели, что цены повысились? Ну да, немного. На какую одежду? Хотя бы примерно перечислите. На толстовки, футболки. Ну, возрастает на все, абсолютно на все товары, на все услуги цена растет постепенно. А можете перечислить, с чем вы сталкивались? Ну, продукты каждый день вот покупаю, цена растет. Недавно менял экран на телефоне, тоже все выросло, цена. Ну, цены на шоколад увеличились. Увеличились цены на айфоны, также из-за санкций. Вот. На сахар. Увеличились цены на шоколадный донат, на бьюти-сферу, то есть маникюр и так далее, на технику. Одежда, да, парикмахерская, в принципе, тоже, да. Ну, плюс еще услуги косметолога тоже подорожали. Как бы то ни было, эксперты по ритейлу утверждают, что стоимость на товары и услуги продолжит расти. Это зависит от трех факторов. Во-первых, как сами люди активно будут совершать покупки. Во-вторых, как на стоимость товаров, которые лежат на полках, будет влиять параллельный импорт. И третье – это значение курса рубля. Ждем в комментариях ваши наблюдения за ценниками. Александра Каурова, Алексей Карманов, телекомпания «Соль ТВ».